Спасибо. Слава Богу, Святому. Да, утренняя молитва, друзья. Получается вторая часть записи. Вот, и читаю 1 Коринфянам, 2 глава. И здесь говорится о мудрости Божьей, вот, и о вере. И Павел пишет, еще раз прочту тогда, хорошо. Еще кто-то подключился, тем более, как раз, слава Богу. Вот все, кто подключился сейчас онлайн, и все, кто потом в записи будут смотреть, всем мир Божий, благодать, шалом, мир вам. Вот 1 Коринфянам, 2 глава, с самого начала читаю, еще раз. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете». Вот, так что да, вот, евангелист, это, я говорю, он во многом такой авантюрист, первопроходец, пионер, это дух пионерии, вот настоящий, не той советской, а вот вообще пионеров. Это как в Сиэтле, в Америке, там площадь пионеров, там обычно тоже русские тусуются всегда. Вот, но там имеется в виду, значит, отцы города, да, значит, когда называли эту площадь пионеров, они имели в виду, конечно, первопроходцев, имеется в виду пионеры, как первопроходцы. Поэтому можно перевести как площадь первопроходцев. Но пионеры звучит очень интересно, да, на русском языке. Ассоциация с пионерией, с вот той коммунистической еще. Вот, поэтому обычно там, если русские встречаются, где, вот, то вот где, ну, на площади пионеров встретимся, у пионеров встретимся. Вот, и, да, кстати, молюсь за Сиэтл, молюсь за Америку, да, Господь, да, пошлет мир свой, пусть угомонятся все бунтари всякие там, да, Дмитрий, шалом, возлюбленные, аллилуйя, аллилуйя, слава Богу Святому. И вот, да, сердце пионера, оно такое, в немощи, в страхе и великом трепете, представляете, вот оно, сердце пионера, первопроходца. Но адреналин, да, зашкаливает. Павел шел на те территории, где там вообще никого не было до него, проповедников. Ему это нравилось, да, дух пионера. Доброе утро, шалом всем. Аллилуйя, шалом, шалом. Да, вот такой дух пионера, да, в немощи, в страхе, в великом трепете. И знать только Христа, и притом распятого. Иисуса Христа, и притом распятого. И слово мое, он пишет дальше, напоминает, то есть для Коринфян это уже была некоторая история, прошли уже некоторые годы, несколько лет спустя, но Павел решил им напомнить кое-что, и да и всем нам, очень-очень важный урок напомнить, очень хороший урок. Вот, и Павел пишет здесь, и слово мое, это 1 Коринфянам, 2 глава, 4 стих уже. Далее, да, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Не просто, не только даже проповедь его, даже слово его. Вот я думаю, что первопроходец, пионер, как раз идущий на такие еще не паханные целинные земли, духовно, да, он действительно должен не только иметь такой дух авантюризма немного, но он действительно в духе и силе, не просто даже проповедь его в духе и силе, а даже слово его, даже слова его, обычные слова. То есть он уже, знаете ли, как вот, как опять-таки того же Илона Маска вспомнить там, они там раз там, значит, к пилотируемой станции там раз пристыковались, там фотографии тоже были, видео были. Интересно очень, смотрится красиво, эффектно, конечно. И они в этих скафандрах уже нового поколения, уже в этих костюмах там снимают все на. Вот, да, это как бы, ну, понятно, но он, если он космонавт, допустим, да, то он не имеет права снять его раньше времени, этот, ну, отключить этот костюм свой. Почему не имеет? Да просто он просто погибнет вообще, потому что, ну, эта территория такая
вот, где для жизни не приспособлено, только лишь в отдельных там таких, будем так говорить, местах пилотируемых станций можно пребывать и жить, и работать. А, значит, а так вот выйди и погибнешь, и все. Поэтому вот и этот человек, да, евангелист, он как вот действительно первопроходец, пионер, он идет вот, и слово его, и проповедь его, и то, и другое, и не только проповедь такая, да, но и слово даже его, в явление духа и силы. Благодарю Бога за Духа Святаго, благодарю Господа, Бога, Творца миров, Владыку нашего, Бога нашего, Отца нашего, за Духа Святаго, Утешителя. И наше слово и проповедь в явление Духа и силы. Спасибо, Господь, это удивительно. О, спасибо, Господь, спасибо, спасибо. У меня здесь хлеб, вот, и тоже рассуждаю о теле крови Христа. В явление Духа и силы. В явление Духа и силы. Господь, спасибо тебе. Чтобы вера ваша, 5 стих, утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Да, конечно, может и на мудрости утверждаться, да, человеческой, но важно, чтобы было на силе Божьей. Разные истолкования, разные есть объяснения. Тоже читал комментарии в кучу на эти места описания. В разных конфессиях есть разные учения по этому поводу. Вот, и есть понимание, допустим, тоже очень такое классное, хорошее такое понимание, мне нравится тоже, что явление Духа и силы в том числе означает и чудесами, и знамениями. Я в этом тоже убеждался много раз, знаете ли, хотя не факт. Бывает, что чудеса и знамения происходят, да, а веры нету. Тоже, понимаете ли, если было бы все дело в чудесах, в знамениях, то значит, конечно, было бы все гораздо проще. Ну, в чем-то проще было бы, да. Вот пережил человек чудо, допустим, да, и раз, и все, и на всю жизнь верующий уже такой крепкой веры имеет. Но это не факт. И среди тех, кто переживает чудеса, не знаю почему, но вот по моим наблюдениям, даже у нас в церкви, допустим, люди такие чудеса переживали. Вот, но как раз из тех, кто переживал много чудес, вот, ну, не так-то много осталось людей. Знаете, довольно интересно. Да и так вот тоже, значит, где бы ни проповедовал, да, люди переживают чудеса, значит, исцеление, допустим, но сказать о вере, ну, трудно сказать вообще даже, что насчет веры. Вот, нет, конечно, вера есть, я не говорю про веру вообще, а имею в виду веру Божью такую, когда человек уже все уже, и он идет уже за Христом, все, по жизни до последнего вздоха уже все. Вот, и явление Духа и силы, то есть это не только и даже и не просто даже чудеса и знамения. Это хорошее толкование, мне оно очень нравится тоже, но оно не полное. Это, ну, знаете, как вот полуправда, она тоже правда, конечно, да, но это частичка правды, это не вся правда. Вот, кто-то говорит как раз именно о том, что должен быть Христос в центре внимания. Вот во многих конфессиях-то вот есть такое тоже мнение как раз, вот, да, что Христос в центре внимания, Иисус Христос, и вот поэтому, значит, вот в этой простоте гениальность как раз проповеди заключается и утверждение веры человека. Вот, и человек, вот, слушая такую проповедь, принимая в простоте такой, только Христос, только Иисус, да, только Он, только Иисус Христос, Спаситель, Господь. Вот, и тогда он действительно имеет веру Божью такую, полноценную веру. Это очень хорошее толкование, тоже мне оно очень нравится, я тоже его использую. Вот, но оно тоже неполноценно, оно тоже частично, оно тоже полуправдой является. Это элемент правды, да, это тоже правда, на самом деле это правда, это истина. И в контексте так оно и звучит вообще даже прекрасно. И то, и другое мнение и о чудесах, и знамениях, и о христоцентричности, и то, и другое, это действительно правда. Но и то, и другое является только лишь половинками этой правды, не всей правдой, а вся правда, она вот где-то посреди. Значит, и то, и другое присутствует, но еще есть кое-что, еще есть какой-то элемент, который вот должен быть уловим нами,
верующими. Да, и ответ он как бы чуть дальше как бы, ну, подсказывается, можно так сказать. Написано дальше, просто дальше объяснения некоторые есть. Мудрость же мы проповедуем между совершенными. Вот это во многом объясняет кое-что. Вот здесь уже, то есть, оказывается, процесс покаяния, вообще само покаяние, это недаром Дух Святой вдохновил написать об этом в Библии Нового Завета на греческом языке именно словом метаноя. Есть другие слова, которые можно было бы использовать, в принципе, в греческом. Знатоки говорят, изучающие греческий язык, говорят, что да, там... Ой. Будем здоровы. И уже здоровы, да, аминь. Давай. Будьмо здоровы. Слава тебе, Господь, слава тебе. Здоров кровью Иисуса Христа. Аминь. О, спасибо, Господь, спасибо. Спасибо. Спасибо тебе, Святой, спасибо. Спасибо. Да, Господь, каждый день нуждаемся в Твоем исцелении, благословении. Вообще, в Тебе нуждаемся каждый день. В этом осознании, в этой перестройке мышления нашего. Потому что, да, это так, мы живем во временном измерении. Друзья, я замечаю на самом деле, что каждый день надо вот проповедовать Евангелие, и не только другим людям, но в первую очередь даже самому себе. В первую очередь самому себе напоминать себе Евангелие. И если бы мы вне времени жили, в вечности, да, то там все просто раз, бац, и все. Но в чем-то проще тем людям, да, которые, допустим, вот, по дулам автомата, допустим, покаялись, вот, на последнем вздохе, да, как разбойник на кресте, там, вот, вспомни мне, Господь, в царстве своем, хотя его покаяние, оно хрестоматично, вообще не покаяние, как бы, да, но Господь видит не просто слова наши, а сердца наши, вот, и, да, и Господь, ты воспринял его, разбойника благоразумного, как мы поем там в православии, разбойника благоразумного. Да, в чем-то таким людям проще, потому что раз вот он воспринял, и вот на этой волне, на гребне волны этой, раз, и жизнь его обрывается временная, и он в вечности. Все, бац, он уже в вечности, и все, и аллилуйя. Ну, да, но сложнейший процесс, я это понимаю, все больше и больше начинаю понимать, да, что сложнейший процесс в жизни, в самой жизни. Здесь, да, здесь качество веры, здесь от веры в веру, и при том каждый день, от силы в силу, от веры в веру, при том каждый день, и это удивительно, милость Господня обновляется каждое утро, и каждое утро вот это осознание еще большей зависимости от Него, осознание еще большей зависимости от Его вождения Духом Святым Его, о том, что сегодня Господь, да, кому слово сказать, за кого сегодня помолиться, кого исцелить, да, пошли меня, да, и вот веди меня по этой жизни земной. Еще больше и больше это осознание этой зависимости, что делать, да, и вообще, как жить, как верить. Ты учи меня, Господь. И это процесс погружения и пребывания в Него, баптизо. И это еще более счастливый процесс на самом-то деле. Еще более прекрасный процесс. Да, потому что мы пропитываемся им, Богом нашим. Спасибо, Господь, спасибо. От веры в веру, от силы в силу. Спасибо, Господь. И мудрость же мы проповедуем между совершенными. Совершенными, совершенными. Это слово режет ухо. Слух режет очень серьезно. Для современных слушателей, и не только для современных, я не хочу говорить, что наша эпоха особенная, вообще для многих эпох это характерно, особенно средневековье, вот, когда само понятие святой, это означало безгрешный и совершенный, да, могли лишь по отношению к Богу сказать, но не к человеку.
И, знаете ли, с одной стороны, да, мы не совершенны, это понятно, это, ну, и дураку ясно это. Да, совершенны это кто? Вот к этому подвожу. Даже не знаю, как сказать. Ой, не знаю даже, надо ли говорить это. Ой, короче, ладно. Если честно, честно-честно-причестно, если честное, самое-самое, причестное-причестное-причестное, вы только сядьте, только там, чтобы не упасть, вот, пристегните ремни, как у Илона Маска там, не меньше. Совершенно это ты, я, мы, это все. Бог видит нас совершенными. Ну, ладно. Это процесс покаяния заключается в том, чтобы это осознать, понять и это принять. Я совершенный. В глазах его совершенный. И по-настоящему. А как же несовершенство это? Вот этого временного мира, этих одежд кожаных. Я удивляюсь несовершенству этому. Оно красиво, да, оно функционирует, все, слава Богу, прекрасно, но оно несовершенно. Ну, касательно даже, допустим, нам земного бытия даже. Вот есть много фильмов интересных, касательно физиологии даже. Я не буду там духовных вещей сейчас касаться даже, чтобы не смущать никого, может. Но даже физиологически даже. Значит, совершенство, допустим, много фильмов есть, на Discovery там были фильмы, там еще где-то там в разных этих программах, каналах были программы интересные очень такие, да, о физиологии, да. Многие животные имеют настолько более совершенные функции, нежели мы, люди, человеки, что удивляешься просто вообще. Ну, даже там, допустим, многие твари, да, многие вот творения Божьи, да, кроме человека, да, ведь много творений, животных, насекомых, животных, рыб, там, все-все-все. Многие животные, допустим, да, имеют даже зрительные волны воспринимают даже больше, чем человек. Некоторые меньше, некоторые больше. Насекомые есть, больше воспринимают, допустим, да, намного больше. Вот некоторые животные, некоторые, допустим, насекомые, там еще какие-то там грызуны всякие, там, допустим, да, слух воспринимают диапазон волн больше намного, чем, значит, человек, да. Многие насекомые, многие там животные могут, допустим, сделать прыжки такие, что олимпийские чемпионы просто в зависти курят в сторонке вообще, как говорят. Или, допустим, поднять вес во много раз превышающий собственный вес. И все тяжеловесы, все штангисты этого мира просто ничто вообще в сравнении со многими даже мелкими животными. Представляете, много-много других, я не буду даже всего рассказывать, вы и так, наверное, знаете много этих примеров, куча этих примеров, что даже вот совершенство многих вот этих, ну, казалось бы, менее развитых, да, менее там, ну, животных, но они более развиты, вот, и физиологически более совершенны. У них больше совершенства. Посмотрите, как ноги у оленя устроены. Была программа об этих вот животных. Очень люблю тоже красивые программы такие. Такие научно-популярные. Я не человек науки, но вот когда популярно все так рассказывают и показывают, то мне очень нравится, конечно, тоже смотреть. Вот. И, допустим, как устроены ноги. Люблю животных, Инночка пишет, да. Да, слава Богу, я знаю, ты у меня такая, у меня молодец, умница, любящая очень такая, да. Да, вот женщины, они более совершенны в этом отношении, да, женщины более любящие. Мужчинам надо напоминать, любите своих жен. Женщинам не надо напоминать, почему, потому что, ну, надо тоже, может, но они как бы по умолчанию уже это имеют уже. То есть женщины сами по себе, по своему уже устройству, да, они уже предназначены для любви. Они уже ну, любят уже как бы, ну, само собой разумеющееся, чаще всего. А для мужчин чаще всего надо напоминалка такая, нужно напоминать. Поэтому нам говорится, мужья, любите своих жен.
Когда к женам обращается апостол, он не говорит им: любите своих мужей. Потому что это и понятно, что они и так уже любят уже. То есть, как бы здесь им не надо напоминать. Вот. И женщина более совершенна вот в этом отношении. Более позднее творение Бога, да, получается, поздний шедевр. Вот, конечно, да, значит, я как однажды там сравнил, значит, мужчину с базовой моделью такой, да, допустим, автомобиль, да, например, есть базовая модель, или велосипед. Вчера смотрел, здесь вот рядом понемногу магазин открывается в Киеве здесь, и вот там велосипеды продают ребята. Говорю: а вот, ну, на меня, на большого мужчину есть велосипед? Он говорит: да, вот, пожалуйста, есть такой велосипед, классно. Вот, есть базовая такая просто модель, а есть со всеми наворотами, допустим, какими-то там. И вот автомобиль, есть базовый, есть с наворотами. Вот мужчина, это больше как базовая модель такая. Хотя есть и мужики такие навороченные, конечно, но чаще всего базовая модель. Вот, а женщина более вот, получается, такая навороченная модель такая. Хотя и женщина есть более базовая, ближе к базе, там, как бы, значит, да, но чаще всего очень навороченная. Есть прям чрезвычайно навороченные. Вот, и в образе мышления, допустим, это очень сильно вот, выражено. Исследователи мозга, исследователи мышления человеческого утверждают однозначно, что это два разных подхода, совершенно мужской и женский. Мужчина обычно думает только об одном, о чем-то. Большинство мужчин, 99% и 9%, фактически 2-3 вещи сразу думать не могут. Значит, это очень редко происходит. Или делают сразу несколько дел. Вот. Обычно, если мужчина может делать несколько дел сразу, мы говорим: это гений. Для мужчины это гениальность, а для женщины это само собой разумеющееся. То есть большинство женщин гениальны просто, ну, от природы просто гениальны. Они сразу могут делать несколько дел сразу. И воспринимать это само собой разумеющееся. 99% и 9% всех женщин на Земле, они могут делать, да, действительно, по много дел сразу. И думать сразу о многих вещах сразу. Это удивительная способность. И это, эти навороты, все, это тоже действительно замысел Бога и продукт Бога. Когда Адаму Ева предложила плод, он, да, подумал о том, значит, ну, а Ева уже в комбинации обдумала настолько уже всего, что может произойти, что, ой-ой-ой. Да, ну, таки, да, и так произошло. Вот, и путь к сердцу мужчины, да, вот, через желудок. Взял, поел, не понял, что произошло. О, Ева, так мы ж голые вообще. Так а я тебя о чем? Иди, сделай что-нибудь нам. Какую-то одежку вообще. Какие-то смоквы, там, листья, что-нибудь, что там такое. Да. Так что пока женщина не откроет глаза, мужик даже не поймет, что он голый вообще даже. Он даже не поймет этого. Вот так вот. И интересно. И о совершенстве, но самое удивительное, в этом мире, в этих одеждах кожаных мы находясь, да, казалось бы, в этом тварном мире, но когда мы в более реальную реальность мы прерываемся, да, мы удивительно, мы понимаем, что да, это совершенство, этот совершенный мир, этот совершенный мир. Так что с оленями ногами, интересно, все провозглашаю, что ноги как у оленя, Ольга пишет. А, ой, я извиняюсь, да, я ж недорассказал. Классно, слушайте. У них такие способности, там, что, короче, все бегуны мира, просто это вообще карлики, дистрофики и вообще, значит, доходяги по сравнению с оленем, с простым обычным оленем. Представляете, там устройство ноги такое, колено и связок и всего, что если бы у человека была бы подобная конструкция вообще, мы бы бегали даже, ну, вообще, да, как какие-то гепарды бы бегали бы, значит, там вообще там никакие нам не нужны были бы ни маршрутки, ничего, раз добежал до работы за 5 минут, значит, на другой конец города вообще. То есть мы, как это, приключение электроника, помните, советское время, когда там профессор Громов и улетел, все, этот электроник убежал уже в другой конец города. Вот так же бы бегали бы, с такими же скоростями, представляете? Если бы устройство было бы такое же, но Бог, слава Богу, нам сделал не такое устройство, чуть, значит, для наших одежд кожаных, иначе мы бы, нас поди собери тогда, да, если бы так бы бегали бы, ой-ой-ой, как вот фильмы показывают, там, допустим, там, документальные фильмы, допустим, где городская жизнь на улице снята, а потом в ускоренном режиме, и там, так смешно, да, такие человечки бегают, как муравьишки, бегают,
Вот если бы наши одежды кожаные были бы тоже с таким же устройством колена и ноги, то мы бы бегали, как эти муравьишки бы. Вот так вот, да, и было бы чудно. Но да, тогда бы суеты бы добавилось вообще, и проблем бы добавилось, конечно, ой-ой-ой-ой-ой. Но я тоже молюсь, да, тоже говорю, Господь, да, ноги как у оленя, чтобы были, да. Слава Богу, на добро, аллилуйя, на добро, да. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо. То есть совершенство, да, довольно на земле, если говорить о совершенстве, то во всем, не говоря уже о духовных вещах, я даже не говорю о духовных вещах, я говорю просто даже о физиологических. Это вещь такая, что мы понимаем, что далеко не совершенно. Вот, но и чем больше наука изучает окружающий мир, животных в частности, да, вот насекомых, там, грызунов, там, все-все-все, тем больше ученые действительно понимают, что мы сами далеко не совершенны физически. Хотя красиво все, да, Бог создал нам одежду красивую все-таки, соответственно, нашему внутреннему человеку красивому, да. Хо, но даже это испортилось, даже это мы умудрились испортить. Ну ладно, хорошо, друзья, но глазами Бога в более реальной реальности совершенны. Это просто уму непостижимо человеческому. И поэтому процесс покаяния запущен, метаноя. И Лютер Мартин в этом плане был прав, что покаяние – это вся жизнь человека верующего. То есть это вот переосмысление, каждый день это покаяние, что да, Бог видит меня совершенным, я совершенен. Да, в этом несовершенном мире я совершенен. Удивительно. И да, несовершенна эта одежда сейчас. Уму непостижимо, конечно, да. И благодарю Бога Всесильного за его совершенство. И вот среди совершенных осознание, когда это есть, да, мудрость тогда не века сего, не властей века сего приходящих, но проповедуем мудрость Божью, тайную, сокровенную, которую Бог предназначил, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Представляете? К нашей славе, не к Его славе, не к Божьей славе, а к нашей славе Бог от века предназначил. То есть это, ладно, это просто будет очень долго дальше. Которую никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это духом своим, ибо дух все проницает, и глубины Божьи. Вот на этом хочу остановиться сегодня. И так уже много сказал. И глубины Божьи проницают. Все проницает. И глубины Божьи. Спасибо. Спасибо. Царю небесный, утешителю дух истины, ты, что везде пребываешь и все собою наполняешь, сокровищница благ и жизни подателю, ты пришел и вселился в нас и очистил нас от всякой скверны. И ты спас благой души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала тебе. Аллилуйя, аллилуйя. Благодарю тебя, Господь, за Духа Святаго. Благодарю. И глубины Твои Божьи Дух проникает, проницает. Господь, и что в человеке знает человек, да и не все мы знаем, далеко не все. И братья, сестры, наше осознание, самих себя осознание, это лишь часть правды. Внешний человек это одно, но ты себя осознаешь по-другому. Себя в зеркале видишь, это одно.
тебя воспринимают другие люди, это другое. Но самое истинное, оно внутри нашего естества. И человек, дух человека, по крайней мере, да, вот, нутро самое знает себя лучше, чем кто-либо другой из людей. То есть другие люди, будучи закрытыми в своих одеждах этих кожаных, будем так говорить, изолированы, да, хотя другие люди могут догадываться, о чем ты говоришь, могут понимать себя, слушать тебя. Вот даже я сейчас рассказываю эти вещи, и каждый из вас воспринимает, допустим, вот по мере своей, там, не знаю, там, ну, испорченности, там, образованности, святости, греховности, вот, значит, по мере, не знаю, роста, ну, всего-всего-всего, короче, там куча всего. Вот, каждый воспринимает из нас информацию любую. Вот я слушал проповедь сегодня, ну, ночью еще. Слушал, значит, там, и тоже я понимаю, что я воспринимаю лишь часть малую, и то я воспринимаю через призму своего, вот, багажа определенного, то, что я понимаю, то, что я знаю. Но я воспринимаю лишь часть, это совсем. Я не могу воспринять всю эту даже проповедь, даже такого же человека, как я, да, проповедника. И не могу понять до конца все это, значит, я воспринимаю, я ловлю себя на том постоянно, что я воспринимаю лишь часть малую и только лишь то, что вот, ну, для меня. Слава великому Богу, Он сотворил нас совершенными. Аминь, Наталья пишет, да, аминь. Да, и так оно и есть, братья и сестры. Если честно, так оно и есть. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо. Ты совершенный Бог. И хотя мы сейчас заключены в этом несовершенном всем, Господь, видимом, но есть это удивительное. Когда мы увидимся с вами уже в вечности, мы ахнем, вы удивитесь, вы меня узнаете, но и не узнаете одновременно. Я буду я, а с другой стороны, я буду и не я. Вот, я удивлюсь, увидев свою жену, допустим, в вечности, да. Я всю жизнь знаю свою жену. Значит, большую часть жизни своей жену свою знаю, но я так и не знаю до конца ее. Да, и вот Юрий Михайлович наш, вот, отец Юрий, они там золотую свадьбу сыграли давно уже. Уже они вместе живут уже почти 60 лет уже скоро будет, вот это да. Вот, и за почти, тогда было 55 лет, по-моему, когда вот я был у них там, мы общались как раз на эту тему. Он сказал, что вот за 50 лет, там, допустим, да, значит, я как понял, что я жену еще и не знаю фактически. То есть вот, только узнаю, говорит, жену. Вот, и, это, казалось бы, столько лет вместе прожили. Там в Америке одна семья там была, фотография была, старики. Вместе прожили больше 70 лет. Вот, вместе, не то 75, что ли, там. То есть, ну, они вот столетние, бабушка, дедушка. Вот, значит, и прожили там почти век вместе, и они не знали друг друга, вот, узнавали друг друга, узнавали, вот, и там об этом написано очень красиво, там очень так романтично написано, прям вот, вот они за ручки держатся, там, значит, там вот такие дедушки, бабушка, да, мы будем молодые, красивые, здоровые, да, это 100%, и даже здесь на земле самое красивое, самое здоровое, самое сильное, самое умное, самое-самое-самое, это как ничто в сравнении с реальным, здоровым, сильным, красивым, умным. Это 100%. И я об этом тоже свидетельствую, о силе Божьей, о славе Божьей, тоже свидетельствую об этом постоянно. Ну, в последнее время особенно постоянно свидетельствую об этом, да, говорю. Потому что когда в этом оказался в 13 лет, в неполных 13 лет, да, перед Богом, то... Там не надо даже напрягаться, чтобы тебя поняли, объяснять что-то кому-то. Там все понимают сразу. Там ты себя понимаешь, там ты понимаешь всех, и тебя все понимают. Правда, кто все, я не знал, кто все. Я был заворожен, просто вот влюбился в него, в Господа. Бог, настолько он хороший, настолько, что я был восхищен просто вообще. И хотя прошли годы, прошло до почти 40 лет, но... Вот когда вспоминаешь, просто удивляешься, я. Не знаю, это любовь, которая вот через все годы прошла, и не знаю, это удивительно. Просто не с чем сравнить.
И я не мог даже оторваться куда-то в сторону, посмотреть, настолько я просто был восхищен и удивлен. Дружелюбный, да, аминь, аминь, да, аминь, мудрый, добрый, дружелюбный, да, Роза, да. Да, и здесь то, что мудрые самые, дружелюбные самые, да, простое самое, ничто в сравнении с тем, что там, это правда. О, спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. Спасибо тебе, Святой. Благодарю тебя за жизнь. Благодарю тебя. Благодарю. 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 Спасибо тебе, Господь Святой. Спасибо, 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 спасибо. Спасибо тебе, спасибо. За Духа Святаго, Утешителя. Царю Небесный царствует. Царствует на небесах. Утешителю. Души истины, Дух истины, Ты, что везде пребываешь и все собою наполняешь, сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас и очистил нас от всякой скверны, и Ты спас благой души наши. Аллилуйя! Спасибо, Господь, спасибо Тебе, Святой, спасибо! Хочется туда. А самое интересное, оно и здесь. Это оно прямо сейчас. Оно и сейчас. Вот удивительно, оно вот параллельный мир. Это иная реальность. Она прямо сейчас. Прямо сейчас Роза живет на небесах. Прямо сейчас уже. Настоящая Роза, истинная Роза, да, уже живет на небесах уже. Вот. И поэтому это осознание, это вот проникновение в божественную реальность, это любовью, ответить любовью на его безусловную любовь. Вот, и Христос в нас, он это совершает, Дух Святой, он глубины Божьей проникает, да. Удивительно. О, мне помогает еще причастие, да, вот я совершаю сейчас тоже хлебопреломление, призываю вас к этому тоже, друзья, приглашаю всех принять участие тоже в хлебопреломлении, в причастии, в Евхаристии. Спасибо, Господь, тебе за все, спасибо за хлеб наш насущный, за хлеб земной, беседа, молитва, да, аллилуйя. Спасибо, Господь, за хлеб земной, спасибо, благодарю Тебя. А наипаче благодарю за хлеб небесный, благодарю, Господь, за хлеб жизни. Иисус Христос, Ты есть этот хлеб живой, сошедший с небес. Спасибо. И благодарю Тебя, Господь, вот виноградные лозы, но нет. Я благодарю Тебя за великую небесную лозу и за хлеб небесный. Боже, земное, да, сейчас здесь это, да, предо мной, в моих руках, но, Господь, небесное, более реальное, да, это лоза небесная. Великий виноградарь, благодарю Тебя за эту лозу небесную. Благодарю Тебя, Господь, за все, за жизнь. Благодарю Тебя, благодарю. Духом Святым свершается сие таинство тела и крови Иисуса Христа. Таинство удивительно, великая тайна, самая большая тайна во всей вселенной. Христос в нас, упование славы. Самая величайшая тайна, Бог и человек. Человек и Бог, соединение, казалось бы, невозможное. Нам вот по-нашему, по-человечески невозможное. А для Бога вообще-то все естественно, просто, это природно, это натурально, удивительно. И когда мы переживаем Бога, особенно первые разы, первый раз переживаем Бога в своей жизни, то одно из первых переживаний у человека всегда: а где я был раньше? Почему я раньше не познал его? Обычно первые такие мысли возникают у человека всегда. Независимо от его расы, национальности, культуры, религии, конфессии, деноминации, в которую он попадает. Если он переживает Бога по-настоящему, не понарошку, а по-правдушному, то у него, надо же, как будто бы то, что было до того, как будто сон какой-то. Потому что ты начинаешь пробуждаться, это правда. Начинается пробуждение, просыпаешься. В еще большей степени это правда, когда ты уже пред Богом, один на один уже. Вот, я это испытал, когда уже вышел из тела, уже был пред Богом. В еще больше, намного большей степени. Что надо же, почему я раньше не знал, что он есть? Я прожил почти 13 лет своей жизни, и я не слышал, что о нем, что он есть, а он такой хороший.
просто невозможно. Насколько значительны наши мысли, да, да, но даже не сами мысли, да, сами мысли, совершенно верно, но образ мышления, наши предубеждения, наши вот мотивы и мысли, и все сразу. Это и есть как раз вот нашего действия, нашего истинного человека. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Святой, спасибо. Благодарю тебя, благодарю за любовь твою, благодарю. Спасибо, Господь, спасибо. Благодарю. Слава тебе. Здесь воздыхаем под бременем, Господь, но есть вечность. И мы движимы этой вечностью, твоей вечностью. Спасибо, Господь, спасибо, Святой, спасибо. Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите. Аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Господь, слава. Благослови нас, Господь. Я благодарю Тебя за то, что Ты есть любовь, и нет в Тебе никакой нелюбви. Ты есть свет, и нет в Тебе никакой тьмы. И Ты, Бог Святой, Творец наш, наш Отец, действительно возлюбив мир, отдал самого себя, Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную, дабы всякий верующий в Тебя не сомневался нисколечко в Твоей любви, в Твоей искренности, в Твоей вере и надежде. Слава Тебе, Господь, за все. Благодарю Тебя, благодарю. Благоставляю Тебя, благоставляю великое имя Твое, благоставляю Твое Царство. Слава Тебе. И таинство любви сегодня совершаю пред лицом Твоим, Господь. Христос во мне, Христос в нас, упование славы. Аминь. Телом Христа, ломимым на Голгофе, да, кровью святой Агнца Божьего, я спасен, исцелен, благословлен всеми благословениями небес. Аминь. 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 Спасибо, Господь, спасибо. Аминь. Спасибо. За жизнь всего мира ты отдал свою жизнь. Слава тебе. Слава тебе и хвала. Благодарю тебя, Господь, за кровь святую, Агнца твоего, моего брата и друга, моего спасителя и Господа, целителя и освободителя моего. Слава Иисусу Христу, навеки слава Богу Святому. Аминь, аминь, аминь. Аминь. Аминь, аминь. О, спасибо, Господь, спасибо тебе, Святой. Слава. О, совершенное таинство. Да. Совершенство твое не имеет границ. Здесь песня такая классная тоже. Спасибо, Господь, тебе за все. Спасибо. Спасибо. Спасибо Духу Святому, проникающему, проницающему не только наши глубины, глубины Бога. Удивительно. Спасибо, Господь.
Господь, спасибо, спасибо, спасибо. Аминь. Да, это так. Да, это правда. Это правда. Спасибо, Господь. Спасибо. Ты совершенный Бог. Ты просто не мог создать нечто несовершенное. Ты совершенный Творец. Просто не мог, не в состоянии был совершить что-то несовершенное. Сделать несовершенную работу, абы как спустя рукава, или как-то еще там объяснить это. Ты совершенный Бог, и ты создал все весьма хорошо, совершенно. Это правда. И мы в себе это имеем, и к этому возвращаемся. Да, спасибо тебе, Господь. Совершается великая тшува, покаяние. Аминь. Наталья пишет тоже, да, слава Господу живому за совершенную работу во мне. Аминь, аминь, аминь. Так что, да, друзья мои совершенные, братья и сестры, благословляю вас, святые и праведные, во Христе Иисусе, Господи нашим, благословляю всех вас во имя Господне, благословляю, благословляю, благословляю во имя Иисуса. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Благословляю вас, дети Бога. Дочери великого Творца, сыновья Бога богов, Господа господствующих, Царя Небесного. Аллилуйя! Слава тебе, Господь Святой! Слава, 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 слава! Во веки слава! Слава, слава тебе, мой Бог, за Дух Святой! Слава, слава тебе, мой Бог, за Дух Святой, во веки слава, слава тебе, мой Бог, за Дух Святой, слава тебе, слава тебе, мой Бог. Аллилуйя, аллилуйя, слава, слава тебе, Господь, слава, 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 аллилуйя. Хо, взираю на славу Божью, братья и сестры, взираем все, взирай, душа, взирай, брат, взирай, сестра, на славу Божью. О, это есть действительно истинное зеркало, истинное отображение творения, истинное отображение Творца. Это истина, слава Божья, это истина, и Христос в нас упование славы Божьей, истинной славы и славы нашей. Аллилуйя, это удивительно просто история, удивительная история любви. И она закончится однажды, и закончится блистательно, закончится потрясающе. Да, эта история наполнена драмами, трагедиями, да, но завершится блистательно. Во веки слава, слава тебе, мой Бог, за Дух Святой, слава. Слава тебе, мой Бог, за Дух Святой, проницающих, проницающих глубины Бога, глубины естества. Во веки слава
Слава тебе, мой Бог, за Дух Святой, за Дух Утешителя. Аллилуйя! 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 Слава, 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 слава Святому Богу! Слава, слава тебе, Господь! Слава, слава, слава! Аллилуйя! Аллилуйя! Мы восхищаемся тобою, ты восхищаешься нами. Мы любим тебя, ты любишь нас, и настолько это удивительная история. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Вечность, вечность. Аминь. Благодать Господа нашего, друзья, только вдумайтесь. Только, пожалуйста, вдумайтесь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святаго Духа со всеми нами. Аминь, 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 да. И там иные колесницами, конями там всеми хвалятся, да. Мы хвалимся Господом, да, Богом нашим хвалимся. И поэтому Он порой и не дает, видимо, некоторые вещи. Любишь ли ты меня больше? Любишь ли ты меня больше? Да, люблю. Тогда иди за мной. Тогда делай это дело. Тогда благословляю тебя. Но чтобы во всем этом, во всех благословениях, да, любишь ли ты меня? Даже подарив тебе новую машину, Бог говорит тебе, любишь ли ты меня? Более. Новую квартиру подарив тебе, новый дом, говорит тебе, любишь ли ты меня более, чем вообще всего? Подарив тебе все, говорит, любишь ли ты меня более? Да, люблю тебя. Иду за тобой. Пасу. Делаю. Спасибо. Спасибо, Господь, спасибо. 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 Благодать. Благодать на благодать. Господа нашего. Иисуса Христа. Любовь. Бога Отца, любовь Отца и общение Духа, общение со Святым Духом, общение в Духе Святом со всеми нами. Аминь, аминь, аминь. Слава, слава тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава. Слава тебе, мой Бог, за Дух Святой во веки. Слава, слава тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава тебе, слава тебе за все. Слава тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава тебе, мой Бог, за Дух Святой. Во веки слава, слава тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава тебе. Слава тебе, мой Бог. Андрей, да, не одинокий во вселенной. Аминь. Принимаем любовь, благодать, общение. Аминь, аминь, аминь. Да, благодать и любовь и общение. Да, это он все. Да, аминь. Спасибо, спасибо. Без этих вещей человек не человек. Он не может жить просто вообще без этой благодати, любви и общения. Это все Бог, это все Бог. Без Бога мы не можем вообще. А в Нем все можем. Аминь. Благодать, любовь и общение. Аллилуйя.